Северском районе прошла большая ежегодная экологическая акция «Чисто Собер, чисто горы». Мероприятие по уборке мусора, инициатором которого является районное отделение Русского географического общества, проводится у нас уже в 8-й раз. Сегодня оно известно далеко за пределами края. К подножью горы Собер пообщаться и потрудиться на благо природы приезжают не только жители муниципалитета, но и гости из соседних регионов и Республики Адыгея. Причем целыми трудовыми коллективами и семьями от мала до велика. В этот солнечный субботний день собрались более 500 человек. Это не просто уборка, а это целый большой фестиваль, экофестиваль. И я надеюсь, что мы сегодня сделаем большое хорошее дело, и этот день запомнится каждому из вас в вашей жизни. Вы сюда захотите приехать со своими детьми еще, уже чтобы отдохнуть, чтобы посмотреть и познакомиться с замечательной природой Северского района. Перед началом мероприятия отметили грамотами всех, кто принимал участие в его организации. Представители управления по молодежной политике, многочисленных компаний-партнеров, общественных организаций, благотворительных фондов, заводов. Территорию разделили на зоны. От мусора очистили не только Собер, но и берег реки Убин в сторону лагеря Дубрава, лесные поляны и тропинки, обочины дорог. Работали так продуктивно, что за несколько часов тщательно убрали более 10 километров. Мусор сортировали для возможности его дальнейшей переработки.